Здравствуйте, с вами снова интернет-канал Максимадзе, и чё хочу, то ворочу. Да, и мы продолжаем играть Dead Space 3 вдвоём. Гнаться за этим мадафака Даником. Мы заполучили элитный костюм и можем дальше идти. У нас пуль много? Нет, мне станок нужен. Ух ты! У меня много интересных предметов. Ой, не туда зашел. О, и у нас инвентарь вырос. Большая аптечка. И обойма мне нужна. Стазисная батарея. Ну все. Ох, мадапака. Обоймы немного, но тем не менее достаточно. А это что такое? Автомобильные детали, что ли? А, нет, это от штанги. Ой, нет, это не от штанги, это от чего? Моторчик какой-то непонятный. Я думал, это автомобильные детали. Так, давай там быстрее, не копайся, пожалуйста. Ой-ой, я не пойду туда без тебя, там монстры. Блин, слушай, по его подъезду реально жопа была там сегодня. Капец, вот первый раз вижу наркоманов, которые кувыркаются и орут как резаные. Блин, вот жалко, я на видео не снял. Жалко, меня там не было на улице. Вот. Хотя там некоторые люди снимали, наверное, и в YouTube выложили. Мы сейчас запишем, я посмотрю, вдруг выложили. Посмотри мою новую оружку. В YouTube. Давай, иди сюда. Смотри оружку. Ты ж, ну и у тебя... Вот, смотри. О, циркулярная пила в воздухе, нифига. И вот еще что, смотри. Ой, а как оно работает? Забыл, что ли, как работает? Электрошокер. Меня не порежь. Электрошокер, только я не знаю, что он не работает. Кстати, ты когда целишься, на пробел нажми. Ну-ка. Ого. Ты же вот эту штуку делал, ты ее что, не пользуешься? Нет. Я не знал, как. Ладно, пошли. Опять эти твари. Промазал. Оу! Он в меня ее кинул. Он ее в меня кинул. Мерзкая голова. Ой. На тебя напала хрень. Безобразная. Сдохни, сдохни. О. Так. Дурака не валяй, пошли. Включайся, зараза тупая. О, здорово, парни, вы нас ждали. Собственно. Мы опять спускаемся, блин. О, ай. Глубоко что-то. Я в кого стреляю, тот теперь горит, прикинь. Огненные пули. Ой. Это что такое? Где? Красные каки? О! О, 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 осторожно, они взрываются. Я еще сегодня, кстати, снимал видео на очередной мод по КДС и соседа, и там автор отсылку оставил на мой канал. Я так охреневал тогда. Я отмонтировал, правда, это видео еще. Это я, Лехи 18-го. Ноября говорю, а сегодня у нас я не знаю какой. Ой. Они монстра послали за нами. А, нет. Он убил людей этих.
А это и есть наша Розетта. Оу, но она, походу, не на нашей стороне. Это они раньше тут жили, эти пришельцы. Жаль, что она не на нашей стороне. Да. Блин, почему граната падает не туда, куда я хочу? Да все хорош, готова она уже. Только зря разморозили ее, значит. Ну, она не одна явно. Они, видимо, кто-то не заморозил. Они умные, раз уж смогли такую машину создать, которая заморозит целую планету. Вот, тут робота можно оставить. Так. Тут робота оставить. Можно робота оставить, у меня их три. Ты слышишь звук? Звук слышишь? Да-да-да. Такой ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Нет, пока не слышу. Ну уже нет. Вырубайся, дурацкая фигнушка. Мы все глубже и глубже. О, еще одна хрень. Пробел не забывай. Да пробел что-то этот не сильно большой урон наносит. У нее тройная аптечка выпала. О, блин, взрывающиеся мозги. Красные мозги какие-то. Ой, ее и здоровья мало. Я его сжигаю. Ой, еще одна тварь. Это их дети, походу. Блин, они не замораживаются, кстати. Да блин. Когда нужно выстрелить, он перезаряжает оружие. Это просто вообще бесячая вещь. У меня очень классное оружие, я когда стреляю... Ой, и чё? А куда нам? Пули поджигают. Она же сейчас разорвет нас просто. Заморозить надо ее. Стой, остановись, остановись! Зачем? Зачем ты ее остановил? Она бы разрезала эту штуку. Извини. Сейчас я ведь... Ой, что так светит? О. Она сейчас разрежет эти. Щит. Давай, друг. Да. А вон он. Мадапака, блин. 18 глава. Финал уже довольно близко. Ну, мы же сегодня не допройдем. Да, мы, может быть, в другой день допройдем. Наверное, но не завтра. Завтра мне в зал опять. Ты, надеюсь, финал не смотрел? Не смотрел. Я вообще не смотрел, я только читал, в справочнике читал сюжет. Хорошо. А так я даже не видел, как там что происходит. Так, ну станок мне не нужен. А, нет, нужен. Ой, ты заметил, инвентарь вырос с новым костюмом? Нет, сейчас посмотрим. Он намного больше стал. Ну-ка, проверим. Не то чтобы намного больше, но стал. Не то чтобы намного, но стал. Так, запускайся. Куда нам дальше идти? Сейчас. А, в ту дверь? Я понял.
Не копайся долго, просто я знаю, у тебя привычка там копаться. Вот те картинки, которые я тебе присылал, про то, как ты копаешься, могли бы мемом стать неплохим. Ой. О, телек. Я врубил. Быстрее в него. О, нет. Я знаю, что мы сейчас будем делать. Что-то трудное. Мы сейчас будем учить инопланетный язык. Хорошо, что не в реальной жизни. Чтобы открыть эти двери. Инвентарь огромный. У меня не очень огромный. Сбой энергосистемы. У меня 21 аптечка. 21 аптечка, а у меня их всего 4. Мы кодекс добыли, только его один мадафака спер. Да. Так. Во. It just needs to be properly configured. What about Danik? Stopping Danik won't be enough. We need to get that codex back. It's the key to reconfiguring the machine. Маленькая, большая, средняя. Так. Маленькая. А, только один человек, может, что ли? Большая. Вот так, что ли? О, получилось. Нифига себе язык. Дешифратора тут нет случайно на русском. В следующий раз ты будешь открывать дверь. Окей. Если этот следующий раз будет. Будет. Ты уверен? О, машина. Вот, пожалуйста, машина. Скажите, что Даник здесь. И мы скоро выиграем. Ох ты мой, ты говоришь. Срань господня. Похоже, то самое место. Я так понимаю, пообещай мне, если я облажаюсь, ты довершишь начатое, ладно? Окей, окей. Давай, ну давай вместе лучше. Да, но если я не... Это из-за меня мы в такой передряге. И мы так близко, чтобы... Почему ты себя видишь такого? Ну, ты понимаешь. Ты о чем вообще говоришь? Ну, просто за все, что я натворил. Да заткнись ты. Славный ты, конечно, блин. Я разрушил свою семью, не смог удержать сына Айзек. Я убил Сантос. Не слишком ли много для славного малого? Хорошие парни полны благих намерений. Я думаю, ты из таких. Да. Сожалею об Элли, старик. Я думаю, что она жива. Надеюсь. Может быть, вдруг... О, а вот и они. Смотри, это Даник, еще не все потеряно. Жалко у нас... Да, идем. За кодексом жалко, что снайперской винтовки у нас нет. Можно было бы снизу взять и в башку ему выстрелить, и все. Офигеть, тут эта машина. Офигеть, пришельцы огромные, смотри. О, щас. Офигеть. Да, меня трудно убить.
Ты вообще о спутнике, ты что знаешь, мадам? О, часть удивительнейшей энергосистемы, я полагаю. Ай, оно живое, голодное, не одно. Если выключить машину, оно освободится. Потом со своими братьями найдет наши обелиски, найдет нас и пожрет всех. О, с чего ты взял, что можешь судить о его намерении? Не видение? Ай, Даник, ты выслушай меня, ты меня слышишь, а? Ой, мадафака, блин. Мадафака, писа щит, эсхол, вату. Это я сейчас должен был говорить, я забыл. Я сейчас бомбу держу в руках. Ладно, неважно, кто это сказал. Давай, вставляй. Ой, бомбанет сейчас. Бежим нафиг. Эй, Даник, мадафака. Ой-ой-ой-ой, они идут, есть везде. Только я что-то не вижу ни одного. Да я их убил еще. Давай, иди за мной. Что это? А, это взять надо? Ой. Ой, я ее потерял, уронил. Куда ж ты? Она вниз улетела. Ну ты даешь вообще. И что делать нам теперь? Еще одну, блин. А, есть еще одна? Я думал, она всего одна. И мы дальше не пройдем никуда. Ты криворукий, вставляй давай. Да, я сам вставлю. Подальше засунь. Да блин. Ну, а, вверх поднять. Ой-ой-ой, валим отсюда нафиг. Тут еще одна бомба нужна. Тащи давай быстрее. Чё, у меня план есть? Чё ты роняешь ты её всё время? Давай. Нифига! А чё она сразу взорвала? Опа-на! Здорово! Пизда. Тихо, тихо, не матерись. Это я не понял. О, держи меня! Я стараюсь. Оу. Оу. Но этот мадафака там остался. Ах, ты ну хотя бы мы вернули эту штуку опять. Да. Хоть что-то нас радует. О, обелиски. Ой-ой-ой. Пришли. Какие мерзкие твари. Вот один такой камень в первой части, один такой камешек. И... Всю, весь корабль заразил. А о. Тут их тысячи. О, щет. Надеюсь, тут пришельцев нет? Ой. А где, их, а где их нет? Есть! Есть! Ого, с него ресурсов выпадает. Я слышу какие-то звуки, но что-то никого не вижу. А! Дьюд! В сердце тебе стреляю, которого у тебя, правда, нет. Да блин, ну чё она не умирает-то? Сдохни, взрывающийся мозг. Я ее открыл. Так, у нас и некроморф, и Даник, и его люди, и пришельцы. Зашибись. И нас двое. Ну хотя бы кодекс у нас. Ну ничего, мы справляемся со всем.
Так, куда дальше ты? А, туда. А, тут станок есть. Бот ждет на станке как раз таки, кстати. Ох, сколько всего он собрал. Так, собираем целые дохрена. Всего. Хороший бот. Бот хороший у нас. Ё-моё, сколько у меня аптечек и патронов. Сосать не стать. Так, давай быстрее. Куда жмешь ты? Нечаянно. А я нечаянно никогда не нажимаю. Помнишь эту штуку? Нет. Которая не умирает. А. Когда я на него наткнулся, он был голым и весь дрожал. Его кожа покрыта глубокими ранами. Чтобы вырвать артефакт. Ладно. Так ты куда? Нам не туда надо. А, да? Нам надо обратно в ту дверь идти. Странно, а зачем мы сюда пришли? А фиг его знает, чтобы на станок зайти. А, средний, опять переводчик. Средняя, большая, маленькая. Блин, я не помню пере... А! Это? Это? Средняя, большая, маленькая. Все. Good. Это что такое? Не знаю, нет. Дверь, походу, какая-то, только что-то она не открывается. И на пришеленская дверь? Да нет, ты ее уже открыл. Ну просто я не знаю, что с ней делать. Думаю, пулями. А, крутить? Что-то. Просто надо букву Е нажать. Нифига. Вот этот... Она красиво открывается и закрывается вообще. Ну-ка. Офигеть. Вот эту дверь я бы такую бы тоже хотел. А это что, печки что ли? Ты что, не видишь меня? Я вижу. А то, что я летаю, тебя не смущает? Летаешь, а как ты летаешь? Это гравитация. Гравитация? А не печки. Полетели. А я не... А как? А. Вспомнил. Я забыл просто, как лететь. Как лететь, никакую кнопку забыл. А, у меня опять инвентарь перебитый. Ты, блин, запутаешься так, куда надо. Ё-моё, куда лететь-то? Туда, куда показывает хрень, которая активируется на И. Да блин, куда лететь-то, я чуть не понимаю. О, монстр. Но куда ли, куда лететь-то? Куда лететь? Ну, прилетели мы уже. Да? Да. Может, что-то собрать надо было? А, господи. Вот тупим мы, а. Открывайся. Офигенная дверь. Ты чё виснешь? А, сохранение идёт. Так.
что за хрень? Эти диски на полу, они прокачивают наши ТК. Но это больно до жути. Потерпи немного. Стазис прокачивается. Боль, может, поутихнет. Сам попробуй. Ты понял, для чего эти штуки? Мы можем тяжелое передвигать. Попробуй. Камешек, вот этот. Вот этот сзади тебя камешек. Кинь его. Видел, что они творят? Ничего, так. Они нас подзаряжают, они нам силу великую дают. Да. Ой, быстрее, я не хочу с ними сражаться. Давай опять эти психи. Хорошо, хоть они с первого выстрела убиваются. Нам не сюда. Ты уверен? Ну да, нам подниматься надо. Тут есть станок, но он, по-моему, не в рабочем состоянии. А, вот эту надо раскрутить. А, нет, теперь рабочим. Но мне не нужно ничего в станке пока. Если ты хочешь, покопайся, но мне ничего там пока не надо. Сейчас нам надо запустить телепорт. Телепорт. Тут и телепорты уже в этом веке есть. Так это не наша планета, это вообще даже не наша галактика. Это очень далеко. Это ж пришельцы сделали. Ясно, ясно. Видишь рисунок? Видишь рисунки? Да. Нам надо сделать так же. Египетские рисунки, блин. А, я понял. То есть они должны... А, понял, все. Все понял. Вот это должна немножко вот так правее. Нет, она не стоит ровно. О, получилось. Отлично. О, да не может быть. А это этот рисунок. Это мы телепорт включили. Ой. Вот эти штуки похожи на головы с руками. Так это пришельцы большие. Ага, что это было? Это не город, это не машина город, дурацкая. Это машина. Ты же инженер, как нам починить? Вот это да. А, это не телепорт, такая машина быстрого перемещения. Там психи, наверное, опять. Ой, побежали быстрее. Ой, псих. Быстрее. Псих. Во, держись. Воу. Ох, нифига. Мы быстро перемещаемся, летим. Как приземлиться? Как птички. Ух. Мне не понравилось. Блин, слушай, мне кажется, у нас костюмы с тобой одинаковые, просто полоска здоровья разная. Нет, не одинаковые. Ты уверен? А мне кажется, одинаковые. Ну глаза, смотри, ты на глаза. Ну глаза только разные. Элементы одежды такие же. Ну да. Еще подсветка только другая, другого цвета. А, опять переводчик. Теперь твоя очередь переводить. Чтобы все по-честному было. Отлично. Открываем. Шазам, откройся. А тут это обратный переводчик, понятно. Какие загадочные места.
честно вам скажу. Ой, господи. О, опять эта штука. Цены на платформах. А, это нас опять обучают. А, опять эти дурацкие психи. Блин, у тебя охренительное оружие. Не то, что вот у меня какой-то пулемет старый. Вот этот пулемет, которым ты стреляешь, самое дурацкое оружие в игре, если что. Но тем не менее... Ой-ой-ой, здоровья мало. Ты у него хоть модификации прокачиваешь? Ну, прокачивал один раз только. Ой-ой, еще психи. Ай, мадафака, мадафака, мадафака! Да ты его не стреляешь, ты пока стреляешь, я их уже убиваю. О, как печально. Куда дальше? Да. Туда? Да. Блин, тут вообще темно и еле-еле что видно. Блин, а хватит обучать нас уже. Мы уже почти в конце, а не в начале, а вы нас изучаете. Нифига она кувыркнулась через тебя, блин. О-о-о! Да блин, пока она жива, ее нельзя пинать. Оу, сзади тебя. Ты понял? Мы... конечностями намного больнее с этой штуки стрелять. Вот, ну... смотри. Бам! А? Хватит уже вертеться туда-сюда. Погнали. Куда там нам я надо? Я не верчусь, я убежал. Кручусь, верчусь вдалеке. О, теперь моя очередь переводить. Так, этот штучка, а теперь вот это, врубаем. И открываем. Убей или будь убит машиной инопланетян. Осталось всего две главы. Наверное, последняя будет длинная. Раз все на финальная. Хотя фиг его знает, я не играл в эту игру. И прохождение даже не смотрел. О, кислотная ванна. Да, кислотная. Так, стоп, куда нам? А указатель сам не знает, куда нам надо. Он указывает вообще в центр куда-то, но нам туда, мне кажется, не надо. А, тут можно пособирать немного. Наверное, нам вот сюда. Да, вот сюда. О, давно мы вас не видели. Здрасте. Ты наткнулся на жуликов? Ой, каких жуликов? Тварей мерзких и отвратительных. А, в эту дверь, что ли? Ты бы мне помог. Да блин, я добегаю до тебя. Воу! До этого, и врезаюсь в невидимые стены. Нифига себе. Где ты? Я не знаю, где ты вообще. В смысле? Блин, тут подниматься надо, чтобы до тебя дойти. Ты бы видел, как эта штука работает. Ничего смотри. Себе. Поджаривать смотри. Видишь ты. Смотри. Сейчас. Ничего себе. Оружие у тебя суперское. Жалко, у меня нет такого. Ну так собери, у тебя уже... Да блин, ну почему тут стены-то невидимые? У тебя много припасов. А, ты копаешься там опять? Так, нам дорогу указывает... Тут туда, если, туда.
Если у меня все припасы пропали, я собрал два крутых оружия, то у тебя что можно собрать-то, там ужас вообще. Не знаю, что можно собрать. А, так, туда. Да блин, ну, что-то разные дороги он показывает все время, как только Энджи. В эту дверь опять, что ли? А, переводчик еще один. Давай, иди сюда. Монстр очнулся. А, нет, не очнулся. Он родился. То есть не родился, а появился. То есть, неважно, короче. Давай, иди сюда. Теперь ты переводишь. Устал уже. Да ё-моё. Что там так долго? Я гораздо быстрее тебя открываю. Да неправильно я перевёл. Да отойди, я с твоей головы ничего не вижу. Может, ты отойдешь, и я сам все сделаю? Ай, делай сам, дурацкий переводчик. Сейчас сделаем так, как воспроизвести. Я забыл, какой код. А, понятно. Понятно, я понял. Открыто! Я же говорю, и я быстрее тебя сделаю. Стоп, мы здесь уже были. Когда? По-моему. Тут так много одинаковых мест, я что-то понимаю. Кругами мы ходим, мне кажется. Хотя тут ящики не разломанные, значит, тут робота можно где-то оставить. Робот? Некогда вот оставлять не робота, тут монстры. Какие они звуки издают, такие дикие. О! Блин, Рустем что-то опять идет. Нет, отвлекаться сейчас вообще нельзя. Сдохни, тварь, блин. А, мутировала тварь. Не подходи со своими кислотными мерзкими руками. Где же мадафакты? О, па. Блин, пробел вообще пользы не дает никакой. Какое классное оружие. Да, а вот у меня самое простое. И пробел, кстати, вообще никакой пользы не дает. Ну его ж тоже надо прокачивать. Так, а дальше куда? Поставил? Туда. Так, еще один переводчик. Да что ж такое, а? Уже надоело переводить, да все. Так, знаки я, кажется, запоминаю. Отойди, я ничего не он вижу. Он уже правильно написан с самого начала. Нет, не уже он правильно написан с самого начала. Отойди, я ничего не вижу. Так, в смысле, я перепутал один знак. Good.
Good. О, нет, опять. Да, опять. Кто бы говорил. Пристегните ремни, мы взлетаем, блин. Ну давай, штука работает. На shift нажми. Оооо, щет. Ой, тут летающие мухи. Ну а я спокойно их облетаю. Правда, иногда не вижу, что происходит передо мной, потому что я лечу слишком быстрее, чем вижу. А, нет, это уже другое место. Да? Где мы? Ну где мы? Я хочу домой. На землю. Да. Как опять они, сюда как аптечку. Как эти обелиски нас с ума не сводят. Да, они с ума нас сводят. Ой, трогай! Блин, где место сохранения уже, наконец? Да, блин. Оу. Чё-то он на меня прыгнул и умер. Ну, потому что я в них стрелял. Ты убил его, да? Я их с одного выстрела убиваю. Да, блин. А я... А у меня вообще не умирают они. О, красная как... Аптечки у меня закончились. Ой-ой, еще одна тварь. Блин, блюющаяся. У тебя много аптечек? А? А? У тебя аптечек много? Да. А у меня ни одной. И у меня здоровье на нуле почти, да. Дай мне скорее. Thank you, thank you, thank you, thank you. Фу, thank you. Да блин, взрывающиеся твари. Ну, открывайся. Лифт, открывайся. Лифт, чё не открывается-то? Открывайся давай. Надо быстрее сохранение уже заканчивать. Да, на сохранение обычно там, где станок. Слышишь? Да. О, сохранили. Короче, на этом все. Следующая серия, скорее всего, будет последняя. Ну, предпоследняя. Или предпоследняя. Но нам осталось главы полторы, можно сказать. Ну, с вас. Лайкос и подписос. Основные видосы. Подписывайтесь на канал Чухчутый Врачу, на мой канал, на мой второй канал. И всем пока-пока.